Проект ТВ-галереи я знаю с самого его начала, когда собирались средства для оказания помощи одаренным детям из села Святославки Самойловского района. Мне этот район близок и дорог, потому что там прошли мои школьные годы, и мне очень захотелось тоже поучаствовать в проекте оказания помощи одаренным ребятишкам. Проект оказался очень удачным. Дети такую помощь получили. Я очень надеюсь, что для участников этого проекта детей это станет жизненным призванием. Может быть, кому-то действительно помогли дорогу в жизни найти. На мой взгляд, наверное, самое ценное в ТВ-галерее – это не столько красивые и очень интересные портреты, сколько вот то человеческое тепло и душевное участие, которое вы смогли в него вложить. Он поэтому так и успешен, мне кажется.